Всем привет. Сезон открыт. Резина поменена. Сзади 2,75. Причем как бы нормально она встала. С вот таким рисунком. Спереди новенькая белшина 2,50. Такая вот она. Очень мохнатенькая. Это обои. Новенький, кстати, неплохое качество. Вот. Выглядит все сейчас вот так. Вот думаю, насколько гармонично смотрится вот такой кофр сзади. Тоже в ретро-стиле. Сюда вот можно маленький номер вставить какой-нибудь, ну, типа. Вот. Сейчас это выглядит вот так. То есть, после того, как удлинил сиденье, уже родной багажник сюда не встает, но здесь остались два отверстия под болты. Соответственно, если поставить, то, в принципе, мне кажется, стиль от этого не страдает. Такой ретро-винтаж 70-х, 80-х. Квадратиш, практиш, гуд. Едет на это резине, ну как бы она стала чуть побольше, вот, колесо потолще, так вообще как поувереннее, потому что на тех тоненьких, да старых, как бы каждый стык отзывался в душе болью и страхом. Сейчас уже более-менее нормально едет, плотненькие такие бублики, вот. Чуть-чуть упала скорость, разгон, то есть для 50-кубового двигателя это чувствуется реально, то есть у него теперь до 60 он еле-еле с горки разгоняется. Там по GPS была 62, сейчас до 60 еле-еле. А так крейсер вообще где-то 50. Ну, а в горку он больше 40 даже не тянет. Но оно, в принципе, примерно так и было. Ну, полтинничек зато. После зимы завелся просто с кика. Вот первый раз я толкнул, чтобы прокачать. И со второго раза он завелся. То есть всю зиму отставил, как будто только приехал на нем. Вот. Мой мастер подключил мне реле поворотников, который не работал. Теперь поворотнички работают. Вот. Поменял я аккумулятор, поставил дельту новенькую. Теперь с кнопочки заводится. В общем, мопед живет и радует. Всем пока!